Всем вновь привет! С вами Дмитрий и Артур. Мы продолжаем играть в Fear 3. Что-то там. Я каждый раз, когда мы здороваемся, мы придумываем какие-то новые голоса, такие, и пытаемся. Я просто так. Ты только что говорил так всем! Да, я могу все время так говорить. Никто меня не остановит. Давай лучше. Это так, замедление, знаешь? Типа игра в замедлении. Я замедлю твой звук, я замедлю. Ладно, запуск. Приступаем к третьей главе магазин. Магазин. Давно шопинг ходил? Ну вот сейчас посходишь. Неделю две назад. Ты уже умер, так что. Фейерпорт. Это что, ты первая игра, что ли, проходила, или вторая? Чего? Фейерпорт — это место, где приходила первая игра? ХЗ. Хотя, ты знаешь, в каком году вышла первая часть? Ты имеешь представление? Третий или первый? А? 2001 или третий? Ну, может быть, даже третий, я не знаю. You didn't even bother to question your orders, did you? You just... 2001 как-то рановато. Пропустил диалог. Ой, что-то он очнулся. You're fucking insane going back to Fairport. You won't last a minute down there. If we don't get you, those freaks will. Хороший ответ. Ой, черт. А я свечусь красным. Ну, ты имеешь в виду самой игре уже в геймплее? Ну, да. Да. Как думаешь, тебя опознают между другими этими военными? Не только надпись технокила выше. Ой, я спалил твой... ник. Типа его не видно постоянно? Ну, иногда, на Носготе иногда. Что нас било? Ракета, наверное. Кого-то уводят. Кстати, мне казалось, что когда падают эти вот самолеты, вертолеты, там люди умирают. Ну ты ж уже третий левел. Типа, три раза могу умереть. Как кошка. О, а ты сидишь опять. Что скажешь? О, это моими глазами все видно. Или че? А, вот все. Это мои глаза были. Ну, я видел, как ты там вставал сбоку. Да, хочешь на тележке покататься? Я всегда всю жизнь хотел на тележке такой покататься. Что мы делаем в магазине? О, тело. Внезапно. Только попробуй, только попробуй. Уже одну... Каждую часть воруешь, хоть одну. Не ной. Не ной, не ной. Ничего это нет, не дает. Нет тут ноя. Меня Дима зовут. Так, сейчас опять стрелять. Попробуй все-таки в крысу. Что? Где крыса-то? Ой, извиняюсь, не в замедлении включил. Зачем? Смотри-ка, свечки. Подозрительный магазин. Погоди-ка, здесь свечка висит в воздухе. Нет. Или нет? Ну вот посмотри, если здесь под низу подойти, она так не может стоять, вообще никак. Чуть левее. Чё? Ну вот эта свечка, видишь, она стоит на уголке лестницы. Невозможно так стоять. Да не вот это внизу, а вот это наверху. Там нету свечек. Вот здесь вот черная. Вот здесь вот. Ой, я избил. Ну ладно. Тени. Ну что, блин, пришли в... как называется это... В парках, когда тени там играют, как это называется? В парках тени? Ну, не в парках, ну где-то же есть это. Мы вообще в депо пришли. Мангал?
Выбирай. Блин, на меня кто-то поссал. Пропановый надо брать. Чтоб не мучиться со всем этим дерьмом. А-ля уголь, а-ля разжигание. Все эти свечки, почему воск так быстро растаял у них? О, задание. Нет. Найдите выход из магазина. Блин, а сюда тоже нет. Можно? У меня нету этого. Пип. Тело. Можешь украсть, если хочешь. Я что, что ли? Вор? Ну, я тебе позволяю. Я все сворую. Давай, давай. Можем... Ты, вору... да, ты воруешь мои, я ворую. У него пистолет с 12 патронами, так что это за дерьмо? Ну, у меня 12 патронов в обойме и 8 еще. И меня бесит, что надо зажимать кнопку Е. А что там только что произошло? Не знаю, ничего. Зажимать кнопку Е, чтобы открылась дверь. Мобила. Оно могло бы как бы и... ну... Или что это? Мобила. Потому что у меня тело скоро исчезнет, давай в темпе. Ну ладно, ладно. В темпе? Не хочешь рассмотреть? Знаешь, работники должны мыть свои руки перед возвращением на место. Он труп вообще-то. Нет. Теперь да. Но трупов понимаю, тут... у кого-то... Мне вот интересно, как мы будем с монстрами драться. Я вот, могу смотри, вселяться это... или что... нет. Не знаю, что это такое. Но в меня ты вселиться не можешь, так что даже не пытайся. Ты уже под моим контролем. Бла-бла-бла. Я пришел, себя освободил, и теперь ты считаешь своим долгом помогать мне постоянно. Вообще-то я не помогаю, ты мне помогаешь. В чем? Вот свет включил бы ты, конечно, бы. У меня нету света. Нету света. Пора бы уже поиметь света. Ну, это слишком пошло. Да? Да. Чё? Не каждая света хочет, чтобы ее имели. Или, наверное, каждая хочет. Знаток. Если задуматься, то, наверное, каждая. Подожди-ка, а сюда тоже можно проникнуть? А зачем сюда проникать? В поисках куклы. Может быть. Кто первый найдет куклу, то ты. Она маленькая же. Сука, я ее нашел, но допрыгнуть туда это пришел. Так, где ты? Тут я. Тут ты. А как сюда залез? Нет, чуть не залезает. Почему туда, нельзя взять? Вот туда, запрыгиваешь и приседаешь, и тогда будет нормально все. Угу. По-другому невозможно. А, вижу куклу. Блин, я упал. Я и говорю, что... Кто придумал это тупое место? Ну давай, запрыгивай, тупой. Блин, по-моему, это не поможет мне. О, боже мой. Все ради куклы. Можешь не стараться. Урод. Кто съел, то ты съел. Не знаю. А, я знаю. Нам надо вот сюда вот. Блин, тупая. Почему он так плохо прыгает? И вообще, когда запрыгивает, как будто уже все равно. Так. Теперь сюда. И тут ничего нету. А ты уже запрыгнул, да? Там ничего нет. Да, да, не, здесь что-то есть. Вообще ничего нет. Я не понимаю, куда идти. Здесь кто-то плохо так вот что-то покупал. Кажется, я... Все разбросал. По-моему, нашел я. Да, туда думаешь? Ну там какие-то телики, куча телеков, так что. Как-то туда надо только попасть. Да что он не запрыгивает, инвалид? Бесит. Подожди, а ты куда идешь?
Зачем тебе туда? Да я не знаю куда, там не пройти, значит где-то тут надо. Не, ну может здесь пройти. Вот тут вот поверху пройти и вот здесь вот сразу. Вот тут вот поверху. Сука, ёбаный уровень, ненавижу пидорасов. Ой, сколько запикивает, сколько запикивает. Неудачка. Так наоборот, все задумано. Поверх так. Я иду. Уверен? Я поверху иду. Да. Придешь? Ну да, я что-то спрыгнул там, пришел к тебе сейчас. Там просто высоко было прыгнуть, я думал, что разобьюсь. Так, что-то начинается, что-то. Че? А, телеки можно вырубить? Отлично. Ачивку делай, все, выруби все телеки. Я не думаю, что такая ачивка есть. Пока не проверишь, не узнаешь. У меня патронов не хватит. Что ты делаешь со мной? Заряжаюсь энергией от тебя. По-моему, так это оно играет. Ой. Это что был этот... паркурщик? Их тут паркур! Много. Паркур! Это на телеке просто. Make no mistake. We are being hunted. Да что ты паникуешь? А мы отсюда не выходили? Нет. Окей. Что там перед тобой было такое? Что-то ползло. Ползло. Скажи, здесь бой будет у нас? Потому что, ну... Это арена, как-то... арена. Ну чё, паркурщики, давайте подеремся. Арена, это арена. У меня 25 патронов всего. Ну, вроде ничего не происходит, так что ладно. Вон, вон, вон. Ух ты, я могу в них вселяться. Они какие-то мягкие. Да. Так, ну это не все ведь. Или все? Что за замедление? Военные! Нет, это петушки. Ой, я гаечный ключ забрал. Ты что, Гордон Фримен, что ли? А нет. Кстати, ломик есть для Гордона Фримена. Да хрен с ним. С ломиком? Или с Гордоном Фрименом? С ломиком. Бедный Гордон Фримен. Явно ты его недолюбливаешь. Да не, я так. Никак к нему не отношусь. О, нахер, лёг. Они, кстати, очень живучие. Ну, от гаечного ключа падают с одного удара. Ну и с ноги легко, а вот под патроны они очень легко выдерживают. Подозрительно. Знаешь, я как будто играю в роли наблюдающего сейчас. Просто бегу за тобой, а ты с ломиком, ну, с гаечным ключом. Бежишь там и убиваешь всех. Ну, у меня исчезает. Патрончики? Тело. О! Девочка, блин. Коза, иди в жопу. Опять замедление. Ну зачем ты его включаешь? Тебя сейчас придавит. Не смешно ведь было. Тебя только что придавило. Ну я жду, пока сервер вернет меня в игру. Я не виноват, что меня придавило. Я тебе сказал, тебя сейчас придавит. Вот для того и нужно было замедление, черт. Взял и умер. Ты, не я. Да. А кто это вообще такие? Вот эти вот монстры. Где еще один? Тут же их было два всегда. Странно, но нету. А вот он. А чё у него с лицом? Ну ты меня ломиком бьёшь! Ну не смертельно же это. Ну, вообще-то достаточно. Тут где-то было... Ты смотри, какой он маленький, ты вообще видишь? Сейчас здесь вот девочка появится, привет, девочка. И видишь, какой он маленький?
Так, у меня иногда подлагивает скайп. Я тоже лагаю у тебя? Нет. Вот эти вот сейчас упадет. Че, бежим тогда вперед просто? А я не знаю, ну. Давай бежим. Ты пробежал? Да, да, да. Беги дальше. Сейчас что-нибудь еще упадет. Ой. Петух. Ты ему под зад стреляешь? Да. Я в голову не стреляю. Ну давай, 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 подходи сюда. На тебе с ноги. Что, не получилось? Ну еще раз. Еще раз. Два удара с ноги им надо. А что они дерутся сами с собой? А, это ты! Я ж подумал, что совсем сдурели. С ноги. С ноги. Меня кто-то избивает. Меня убили. Ни хрена себе. Да, они эти Гордона Фримена сейчас призвали. Тебя оживляет какой-то вот стопорил. Да, Лито, у тебя, кстати, анархия, значок на груди. Да. Это здорово. А это вообще. Всегда мечтал, да? О, узики. Два узика. Офигенно. Это по мне будет сейчас. Это по мне. Что-то патроны улетают пипецки как. Ну, со скоростью УЗИка, наверное. А какая скорость стрелять УЗИ? Знаешь вообще? Очень быстрая. Очень быстрая. А миниганы? Не знаю. Странно у тебя. Кнопочка. Давай, урод, нажимай ее. Тело. Гранаты. 78 патронов осталось. Как будто играю в Кондем, знаешь, такой с топором кровавым куда-то. Где да? Для тебя. Ну, открывайся. Тут автомат. Не бы не автомат, конечно, бы. Для УЗИка бы. Тут говно. Там дверь. Во, УЗИки. Еще гранат. Странно, дверь открылась, но не чуть-чуть, совсем мало. Там коляска. Тут весело. Мне ничего не показывает. Ну, мне тоже ничего не показано. Свечки, кровавость. Покатай меня, пожалуйста. О, какие-то пошли кутикули по экрану. Сзади или спереди? Везде. Нет, я имею в виду сзади или спереди, сейчас будет девочка. Там на потолке кровь, странно. Вот туда не зайти, что-то там есть. Странно, мы покидаем. Ты скоро с тела свое покинешь. Я уже покину. Ну как, свое. Ой, там они сражаются сами с друг другом, по-моему. Да. Надо зарабатывать очки. Там он ползет один. Ой-ой-ой, подожди, что, не взрываемся? О, да, я могу взорваться. Не залезь. Ща бомбону. Замедление какое-то? Повышение. А-а-а. А куда дальше-то? Наверное, где-то сзади там. Может, что-то взорвать надо? Так, заблокировано тут тоже. Сверху не пролезть. Получилось? Ну... Теория была бы здесь, конечно, логично залезть, но... Я там где-то лестницы видел, вроде бы. А вот лестница. А, вот она, да. Ух ты, испугала, сволочь. Типа. Слушай, тебе пофиг, что они умирают с тобой рядом, что ли? Ну, больно, конечно. Ты просто так стоишь, так...
Я тебе руку даю. Это так тупо выглядит, когда я тебя поднимаю. Я просто сажусь как будто на одно колено и держу руку так в кулаке. А ты тут вот встаешь. Что это такое? А-а-а, я упал. Ну здесь лестница есть. Вот где я прям стою. Тебе, по-моему, бегут. Это к тебе вообще-то. Там довольно много их бежит. Что с... Не, ну это было круто. У меня тут пукан бомбит от этих взрывов. Джойстик-то. А что произошло? У меня черный экран. Ты знаешь, что ты сделал? Там бы было три человека. Но. Ты в одного влетаешь, и они вдвоем сразу с тобой взрываются вместе, все трое. Вы сразу все трое взрываетесь, ты умираешь полностью. И теперь по новой все? Да, контрольный пункт. Боже ты мой. Не, ну здесь она рядом была совсем. Но по твоей... А может, не совсем? Очень рядом, очень. Не, ну по идее здесь уже недалеко. Здесь ничего не было. Трам-трум-тум-тум. То я в этом месте беспомощен тогда. Ну, ты можешь их поднимать, по идее. Нет? Что-то вроде не сработало. Мне бы, конечно, понять, как менять... Ой. Там на тебя с палками бьют. Ну, замечательно. Сейчас я подойду уже. Давай! Все повторяется. Так, у меня патрона от УЗИКов нет, больше ноль. Спрыгни вниз, спрыгни вниз тут! Зачем? Они сейчас все тогда поверху пойдут. Прикрывай. А все уже. Фига ты упал-то вниз сейчас. Как он летит, как он летит. Так, у меня оружие скоро кончится, а против тогда взрывателя я точно буду бесполезен вообще. Там кто-то взлится внизу? Походу, да. Не, ну реально, что происходит? А, да, и правда, он злится. На руки почему-то. Зачем ты спрыгнул? А что делать? Вот я на выход попал. Черт. Ну ладно, я тут... Будь здоров, здоров. Спасибо, 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 спасибо. Чё ты так раздобился? Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Дробыч возьму. Плохое какое-то место. Это бомбило, это бомбило. Какая бомбила? О боже мой! За мной кто бежит? Это, блин, я! Да понятно. У тебя левел? Да. Yes. Граната плюс один, не знаю почему, не знаю за что. По башке. Куда собрался? Убегай! Так, тут эти... военные. Взрыв. Какой взрыв? Этот. Я сейчас умру. Так, надо дробочку брать. Так чё мы тут стоим? Чего мы ждём? Потому что нам некуда идти больше. Там бегает чувак.
Где? Вон. Он прячется. Я с ноги его. Он уже умер. Этого с ноги. Нет. Сейчас военные прибегут с автоматами, а я слоником. Они сейчас взорвут ворота или что? Ну им пришлось немножко помочь. Что это было? Крики. Ну бежим тогда. Какой ущербный магазин, а? Тупо разбомбили. Конец? Нет. Как ты за стенкой? А. Опять какой-то... С моих глаз, да, опять видишь? Я не могу стрелять, к сожалению. Да мне плевать. О, ты со мной? Эдди. Ну такой врезался. Employees only. Ну и чё? Посмотри, может, что там внутри? Ничего. Ну тут мясо. Я так понимаю, надо сейчас найти монстра и убить его. Наверное. Явно ползает. Явно пытается пугать. Вот тела. Коп не может быть страшным. У меня одной кооперативной игры, не только кооперативной игры, которая не страшна. Дота. Но она страшна не от того, что она страшна. Она страшна от того, что там играют люди. Страшные. Видишь, искали, искали, никого не нашли. Попугала и пугала нас. Не в гранатке бы. О, там он. Ой, извини. Я с ножом. Страшно. А у него рука. Взрыв. Что ты делаешь? Взрыв. Я не могу его, я ему по ноге пострелял, он теперь хромает, но все еще не взрывается. Там сзади тебя. Да, сейчас шлепнет. Почему они кидаются вообще? Смотри. Да блин. Ты держишь, а я их сбиваю. О, это взрыв! Да я вижу. Кто-то еще пищал. Пуп-пуп-пуп. А. Откуда ж вы лезете, а? Там сон сверху бросается разным говном. Еще взрывы устраивают. Сейчас. Я думал. Ну ты урод! Что стало с любителями походить по магазинам? Либо здесь одно из двух. Либо они сдохли, либо они эвакуированы. Ух ты, а ножами кидаешься, смотри-ка. В тебе нож теперь торчит. Два ножа торчат в тебе. Нашелся тут, блин, там умный. А я думаю, что мне урон наносит? Это было тупо. Тебе, кстати, тоже нож торчит. Ну, он попал. Упал. Нормалёк, нормалёк. Меня больше всего бесит в этой игре присядка. Да, меня вот эти
Лазанье. Больше в этот магазин мы никогда не вернемся. А, ну, говори, наверное. Хочешь забрать его? Когда могу, тогда забираю. Где пищит? Вот они прыгуны. Это ты? Пугаешь? Пугаешь. Подкрался. Не надо, не надо. Дробыч, ну давай дробыч. Пистолет? Ну, нет. Ну где же конец этим всем магазинам? Нету такого магазина. Не, почему? Я уверен, что где-то в мире в каком-то есть. Да, нету, но таких в нем ничего нету. Вот... Как будто его наполняешь какой-то жизнью, чтобы он взрывался. Просто стреляю. Опять как Китай заколебал. Ножи, ножи. О, автоматик. О, телепатическую связь. Да, отлично. Гранаты. Ого. КВС. Детская, ну, колясочка. Раз, два, три прыгаем. Кроваточка. Ненавижу тебя. Тут бой, кажется, будет тяжелый. Красавчик. Так, где? Откинул мою жопу в угол. Мне кажется, сейчас надо будет убить его. Или их, или кучу их. Замедление. Фикен. Так, надо что-то другое брать. Я как-то могу напрыгивать ему. Но я пока... Ну, можешь, наверное, да. Да я не знаю как. Так, мне надо сменить оружие. Да, нет, взять патроны еще тебе. А ты можешь бесконечно стрелять? Вроде да. Ну там что-то есть, типа, перерывчик. Ты говоришь так, но в лицо. Так, ты. Что ты кидаешься ножами, их надо бить. Кажись, все, нам пипец теперь. Так сейчас будет весело. А ты это знаешь? Но... Подожди, это люди. Я закидываю их ножичками. Дебилы. Красава. Ты это так тупо выглядит, ты просто походишь на жопу, бьешь их. Кидаю. Бесконечный, что ли? Да. Чё он улетел так? Это нож. Ну, а чё? Лучшие ножи. Икея. Так, ну вон здесь только можно пройти. Тут два пути. Открывай второй. Вау. Два пути. Всё? Да не может быть. Открыто достижение, боль оптом. Ну тогда да, все. Чем он рисует? У меня прикольная кисть. И линзы забавные. The blast must have fried their brains. Давай! However, there's something about their behavior I admire. Their taste for violence.
These are not the simple scrawls of madmen. They are meant to be a message, I think. Come, mother. I'm beginning to think something tremendous is happening. Как ты нагнетаешь обстановку? Вы получили доступ. Ага. Ну, видишь, наконец-то. Погнал, да. А почему? Потому что у меня была и тактика, и агрессия. Но не было дара вообще. Я не могу вообще дар, по-моему, получить. Тут просто уровень без солдата с этими мелкими очень непросто. Ну да. Ты нашел, при том еще нашел куклу Альметы. Хотя у меня все равно как-то мало. Ну ладно, ладно, ладно. Всем до встреч. Ну да. Я любимчик в этом раунде, я любимчик. Все, пока. Да, но все равно пятый уровень, кстати. Да. Ну ладно, удачи всем, пока.